В 2023 году российская поп-сцена пополнилась новыми именами. Кто-то уже давным-давно пытался стать популярным, но получилось это именно в этом году. Разумеется, главное открытие 2023 года – это Дарья Затеева. Треки девушки стали популярны именно в этом году, хотя на музыкальной арене она уже давно. Даша уезжала из России, но потом вернулась и стала звездой номер один в стране. И явно не будет останавливаться. После успеха Даша решила не петь под фонограмму, а еще заниматься вокалом. «Три дня дождя» – это группа. Группа существует уже не первый год. Но именно в 2023 году треки коллектива стали появляться в топ-чартах. Кроме того, приковал к себе внимание и солист коллектива по имени Глеб. Таня из группы «Моя Мишель» пыталась пробиться на сцену уже не один год. Она еще в нулевые принимала участие в разных музыкальных программах. Но настоящий успех пришел к коллективу лишь в 2023 году. Команда была даже хедлайнерами на разных мероприятиях, а еще выпустила несколько громких треков. Массовая известность пришла к Тосе Чакиной в прошлом году. После появления композиции «В сердце бахнули стрелы», которую она исполнила вместе с рэпером Маркулом. Однако в этом году звезда выпустила несколько сольных громких композиций, которые попали в ротацию на радио, музыкальные чарты. И, конечно, Тосю стали приглашать в качестве главной звезды в разные фестивали, а еще брать у нее интервью –